артист Пеньков прошел служебным ходом, его талант не признанный народом, готов был волновать и удивлять. И он со всей щедростью таланта уже вживался в образ оккупанта, чей текст на протяжении двух актов был сух и лаконичен расстрелять. Аншлагом и не пахло в этой драме, а пахло штукатуркой и коврами. Но был Пеньков и честен, и не стар. Главреж не на Пенькова делал ставку, но был репертуар подобен танку. И меж других заклепок и шурупов Пеньков как винт входил в репертуар. Пеньков сидел в холодной грим-уборной и клал на щеки тон рукой проворной, когда вошел растерянный помреж и сообщил, что Жорку Папазяна разбил инсульт, кто будет партизана играть предшкольным зрителям сегодня, ведь никого не сыщешь, ну хоть режь. Надежда коллектива на Пенькова, он оккупант, ну что же тут такого? Успеет, паклю в зубы и хорош. Всем трудно, что он из другого теста, а роль мечта, к тому же мало текста. Весь текст на протяжении двух актов. Отличная реприза, хрен возьмешь. Пеньков, игравший Гамлета на курсе, не стал кричать о честности и вкусе, а будучи своим в своем цеху, пошел в кулисы встать там, зарядиться на выход, заодно и убедиться, что около эсэсовской шинели приткнули партизанскую доху. И грянул бой, уж зрители мужались, события к финалу приближались, и падал в снег расстрелянный герой. Но как не жил Пеньков един в двух лицах, был тощ в перчатках, плотен в рукавицах. Но зрители с растущим подозрением глядели за двойной его игрой. Зал осознал, привычка подсказала, что немец свой, нет, не обманешь зала. А то, что сам себя он расстрелял, есть трюк геройский Штирлицу на зависть. Нет, хрен возьмешь, у зала есть глаза ведь. И вместо слез скупых, но плодотворных, неплодотворно улыбался зал. Пеньков смыл грим, он вышел из театра, гадая, что за роль сыграет завтра. Еще гремели выстрелы в ушах, опять помрешь, переборщил с расстрелом. Но жив Пеньков, душою жив и телом, что до таланта, то таланта жалко. Пеньков вздохнул и чуть прибавил шаг.